Уважаемый Фрод Гейринг, как я уже сказал несколько раз, Рамбам пишет, чтобы шлоша дварим нехнасу Исраэль либрит, что через три действия еврейский народ прошел в союз Всевышнего во время дарения Торы на горе Синай, через брит мила, через обрезание, через твила, через окунание и через харцаат дамим, через они привезли жертвы. И пишет Рамбам, вехен ледорот. И таким образом, когда человек хочет принимать еврейство, он тоже должен пройти через эти три действия, чтобы стать полноценным евреем. Естественно, что женщина по определенной причине нельзя сделать брит мила. Поэтому, естественно, женщина, когда она окунается, это достаточно, что она стала еврейкой. Вопрос, который поднимали ахроним, решоним, что будет, если не еврей, который хочет принимать еврейство, он уже нолад кшумагул. Значит, он родился уже с бритмилой. Есть такие люди, которые рождаются таким образом, у них не требуется бритмилой. Значит, или сегодня, на самом деле, например, в США, большинство граждан США не евреи, они делают бритмила. И вопрос, такой человек, который хочет потом стать евреем, каким образом может стать евреем, если не делает бритмила для гиюра? То есть вопрос здесь, начинается обсуждение, что главное бритмила. Это действие бритмила или снимать орла, или снимать эту кожу, которая называется орла. Есть мнение, которое считает, что такой человек не может стать 100% евреем, поскольку нельзя сделать бритмила, он поскольку уже делал. Но мнение, которое принимается в Аллахе, что на самом деле, если делать хатафат дамбрит, значит, это получается, это достаточно, что человек, поскольку человек практически, он живет с бритмилой, он без орла. Но вопрос другой, который обсуждали ахроним, что будет с человеком, который по медицинским причинам ему нельзя делать бритмила. По медицинским причинам, очень тяжелый, больной человек, говорят, что если этот человек будет делать бритмила, вот, человек. Естественно, если человек был еврей, значит, у нас есть такая правило, что пикуах нефеш доха кола тора кула, что сохранение жизни является более важным, чем все, почти все законы. Поэтому человек не обязан. Мы знаем, что мейту эхав махват мила, если у человека есть два братья, которые умерли после обрезания, у этого человека не только что не надо делать обрезание, у этого человека нельзя делать обрезание. Но вопрос здесь совершенно другой. Человек, как человек может принимать еврейство без бритмила, если ему нельзя делать бритмила по медицинским причинам? Значит, это большая махлокет ахроним, есть ахроним, Раб Хаим Ойзер, другие, которые говорят, что такой человек, к сожалению, ну, что можно сделать? Но, к сожалению, ему нельзя делать бритмила, значит, он не может стать евреем. Он не может пойти через гиюр, поскольку условие для гиюра является, это не просто человек пройдет гиюра и потом он обязан сделать бритмила. Бритмила является условием, чтобы пройти гиюра. Но есть мнение Равин Кука и другие, которые считают, что раз у человека нельзя делать бритмила по медицинским причинам, он не отличается от женщины, например, он не отличается от нулат шумаруш, которая что это не является хиссарон, это не является недостаток, и человек может пройти гиур только через твила. Раби Ханан бен Акаши אמר, קדוש ברוך הוא זכות לישראל, לפיכך יבוא להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חופץ ומעסיקו יגיד תורה ויעדיר קדיש על ישראל.